Хотели сегодня поговорить именно об отдельных людях, которые являются элементом системы управления ТАИР. Меня зовут Дмитрий Скворцов, компания «Простоев нет». Ну, еще раз, название «Планировщики» как необходимый элемент системы управления техобслуживанием и ремонтами. То есть мы говорим о таких вот организационных вещах, необходимых для построения современных, новых, эффективных систем планирования ремонтов, управления ремонтами, для того, чтобы они реально работали на наших производственных предприятиях. Соответственно, вот это фокус, тема нашего вебинара сегодня – планировщики. Кто они, что это за люди, как обосновать, где их взять. То есть такие более-менее конкретные вопросы, которые, скорее всего, возникают у всех при попытках обоснования развития своих проектов в области ремонтов. Ну, соответственно, здесь есть актуальность. То есть мы считаем, что планирование работ по ремонтам, обслуживанию является ключевым во всех процессах управления активами. Ну и очень часто забываю, что эти процессы, они выполняются совершенно конкретными людьми, то есть должна быть определена роль. И мы в своих вот работах, в своих проектах, в семинарах обучающих, можно сказать, популяризируем такую роль человека-планировщика, то есть от специального человека, который занимается именно планами по ремонтам, по ТАИР. Соответственно, его роль в этой системе управления, она особенно высока. Ну, для кого мы ориентируем вебинары, такие краткие, скажем так, выступления, поскольку люди все заняты. В основном руководителям, специалистам, которые заняты, собственно, продвижением этих проектов у себя на предприятии. IT-специалистам, которые занимаются внедрением систем управления ремонтами. Компаниями, которые занимаются консалтингом. Поскольку тема достаточно узкая, и даже в консалтинге очень часто нет специалистов, которые понимают эту тему. Ну, собственно, цель – это получить представление о возможной организации процесса планирования ремонтов, выделенной службы по планированию. Ну, целевая аудитория у нас – это специалисты, руководители в области планирования, инженеры по нормированию, инженеры по поддержке справочной информации, менеджеры по внедрению проектов, ну и специалисты по IT. Мы постараемся достаточно быстро проговорить с тем, чтобы не обучить, а именно осветить основные вопросы, с тем, чтобы у вас было представление, чем можно заниматься. И, соответственно, есть вариант, это обучение там у нас в офисе, либо выездное обучение, более детально всем тем темам, о которых мы говорим.